Всем привет! Вы на канале Девочки и куколки, с вами Марина. Сегодня я буду шить из кромок. Это белый листок бумаги. По нему я буду выкраивать все остальные детали. Хлопок. Слимтекс. Или синтепон. Флизелин и кромки. Кромки я все приклею на флизелин. У кромок одна сторона уже обработана. И можно вот так аккуратно приклеивать одно на одно. Получается вот такой сэндвич. Хлопковая ткань, синтепон и кромки, которые я приклеила на флизелин. Теперь буду все простегивать обыкновенным швом, наверное. Ну, может быть, каким-то красивым швом на швейной машинке. Должна получиться вот такая заготовка. Строчкой елочкой все прошила. Косая бейка 4 сантиметра шириной. Меньше не надо, трудно будет пришивать. Смотрите, как надо начать пришивать косую бейку. Вот краешек. Его загнуть надо сюда. И все. И делать строчку. Так. До этой стороны. В первую очередь надо сделать отделку косой бейкой здесь, а потом уже пришивать вокруг. Если вы уверены в себе и в своей швейной машинке, можно делать шов на машинке, а можно пришить на руках. Такие маленькие прищепки. Вот я закрепила и буду прошивать. Две кнопки. Можно положить денежку, телефон, шоколадку, маску, все, что хочешь. Вот сегодня такой простой мастер-класс. Кому понравился, поставьте лайк и сшейте себе такие косметички. С вами была Марина. До новых видео!